предыдущий матч со Смолевичами, пенальти бил Шикавка, его реализовал. Сегодня бил Жубахар и промахнулся. Почему именно он, с чем это связано? Может быть, с тем, что он пенальти этот заработал? Да нет, значит, это связано со всеми другими обстоятельствами, поэтому здесь просто, наверное, не хватило доли везения, потому что, ну, знаете, в это пенальти такой немножко лотерея, доля везения. Поэтому, почему он бил, а не Шикавка? Ну, есть свои такие хитрости, которые, ну, скажем так, в принципе, он хорошо пробил, только поднял мяч высоко. Следующий вопрос. Андрей. Андрей Масловский, трибуна. Леонид Станиславович, а что не получалось у команды в завершающей стадии? Потому что вроде бы мяч контролировался, и вот этот переход, такой выход из обороны в центр поля был неплохой. А вот дальше в завершающей стадии что-то не получалось. Что? Ну, очень плотно играл соперник. Нужно было понимать, ну, скажем так, понимать, куда ты выходишь, как ты выходишь и зачем ты выходишь. Поэтому, в принципе, оно получалось первый тайм и первый тайм, но... Как бы, если посчитаете количество ударов, попавших на створ ворот, и количество, ну, скажем, которые мы создали моментов, то станет все на свои места. Хотя так, второй тайм, немножко мы отошли от игры и, скажем, вот, ну, как бы вам сказать, начали суетиться. Ну, ничего, пройдет время, перестанем суетиться. Следующий вопрос, пожалуйста. Иван Мицкевич, белорусский футбол. Последние матчи в запасе сидит Максим Швецов, который при Сергее Гуренко регулярно играл. С чем это связано? Ну, Максим квалифицированный игрок. Он, скажем так, я знаю, что он и будет играть. Это молодой игрок. Значит, и это связано с некоторым, ну, скажем, моментами, тактическими моментами. Но игрок хороший. Я скажу, одни из молодых, может быть, один из самых перспективных, хотя там есть некоторые, значит, там нюансы. Это, там, ну, есть нюансы токсического характера. Спасибо. У вас сегодня была замена опорника по позиции, да, вместо Павловски, Козлов. На что она была направлена? А, чтобы усилить давление в средней зоне. Ну, оно получилось. Оно получилось, я вам сразу скажу. Именно давление в средней зоне, и, значит, чтобы усилить чуть выше прессинг. Она получилась. И, скажем так, спасибо Мише, он очень хорошо вышел. Хотя это, ну, скажем, по-моему, третий его матч после травмы, да, но выходит он очень качественно. Следующий вопрос. Владимир. Владимир Крюльна, «Комсомольская правда» Беларуси. Вы почти две недели как вступили в должность. Что вы хотели в первую очередь заменить в игровом плане? И насколько получается? Ну, менять можно все, что угодно, но надо сначала не сломать. Понимаете? Все, что угодно. Надо сначала не сломать, да, выстроить, отшлифовать то, что было, а потом уже начинать менять. Ну, мы пытаемся менять на тренировке, во время тренировок, но... Скажем, и ребята молодцы, они быстро, ну, схватывают, да, но какое-то время нам все равно понадобится. Поэтому команда должна даже меняться во время игры. Свои действия, свои, как бы, как я говорю, как хамелеон. Сегодня соперник по сравнению с предыдущим матчем принял ротацию состава. Насколько вы угадали стартовый состав? Ну, скажу так. На 90%, да. Была одна вот неожиданность, но она не явилась, скажем, да, наверное, что игрок, который появился, он забил сегодня первый мяч. Он такой был неожиданный, как бы, с дальней дистанции попасть, ну, скажем, с падом, там, с такого грунта, с такой передачи, там, подбора в одно касание. И это было вот, вот это было неожиданно. Понимаете? И поэтому, как бы, любой игрок просматривается, соперник просматривается, и мы готовимся к любому игроку. В остальном, то, в принципе, да. Что каких-то таких неожиданных действий не было сразу. Пожалуйста. Антон Шеверинов, «Беларусь-5». Слуцк, первой турнирной таблице.
Готовились как-то по-особенному? И вообще удивляет ли вас, что Слуцк первый, а, например, Динамо Брест на последних местах? Совершенно нет. Не удивляет. Сразу вам скажу. И не зря команда находится на первом месте. Ну, а готовились как-то по-особенному из-за этого? Ну, как бы вам сказать, по-особенному. В любом случае, каждая подготовка, она особенная. К любому сопернику нужно готовиться по-особенному. И уважать любого соперника. Соперник очень хорош. Поэтому, значит, мы готовились к Слуцку, как вот, как говорят, к любому сопернику. А подготовка сама, она в том-то и заключается, что если ты будешь одинаково готовиться или одинаково трактовать все команды, то у тебя, ну, скажем, многое будет не получать. Ну, а заключительный вопрос. Второй ваш матч, в заявке отсутствует Сухоцкий. Первый раз после Смолевича говорили на пресс-конференции, что он заболел. Каково сейчас состояние, самочувствие игрока и когда он вернется в общем? Ну, значит, да, такое есть. И я думаю, в ближайшее время он сейчас работает по индивидуальному плану. Но вы понимаете, что если человек вдруг заболел, и как после болезни ты его ставишь на футбольное поле, это немножко неправильно. Его будут сейчас подводить к общей группе. Существует такое понятие сердца и мышц. Готовит. Все, как говорит, по-новому. Поэтому будем готовить и будем ждать. Спасибо большое. Все, спасибо.